Добрый вечер, здравствуйте, дамы и господа, детишки и взрослые. Рад вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуй, Дима. Здравствуй, Яночка. Здравствуй, Мингли. Ириска. Даниил. Рад вас всех приветствовать. Сегодня тема стрима нашего — оценка канала великого Мармока. Дорогие мои, сегодня мы оцениваем всем чатом с вами нашего бога Ютуба. Вот, так что прошу сосредоточиться и подготовиться к тому, чтобы оценить этого величайшего, я не побоюсь этого слова, величайшего человека. Вот. Давайте всем чатом будем оценивать его. Мне очень хочется знать ваше мнение по этому человеку. Я его очень сильно уважаю. Это человек, на которого надо равняться. Я не говорю по подписчикам. Ну что ты, дорогая моя? Хитриллион. Привет, великий. Привет, хитриллиончик. Я же не говорю по подписчикам. Понимаешь? Ян, ну что ты? Вот тебе надо подписчики, чтобы много было. Важно не сколько у тебя человек на тебя подписаны, а как часто они смотрят твои видео. Вот это гораздо важнее, потому что есть такое понятие, как активные подписчики и неактивные. Так что я же говорю то, что в каком смысле бог Ютуба? Хорошо, бог блогеров. Если вам так не нравится бог Ютуба, то пускай будет бог блогеров. Лидер Геймс, привет, привет. И вообще, если кому-то что-то не нравится на моем стриме, все, давай, до свидания. И неважно, модератор это или не модератор, бери вещи свои и давай за дверь. Выйди за дверь и подумай. Всем понятно? Ну что, погнали. Давайте, пишите комментарии. Правила стрима вы знаете. Пишите комментарии, мы оценим ваши замечательные, занимательные, прекрасные каналы. Сегодня попрошу вас еще что сделать. Если у вас до сих пор не поставлен колокольчик, то нажать колокольчик. Напишите, пожалуйста, напишите комментарий и нажмите колокольчик. Понятно? Это нужно для чего? Потому что не так важно, подписались вы или не подписались. А важно, пришло вам сообщение о новом стриме или не пришло. Владимир, добрый вечер, рад вас приветствовать. Спасибо большое, что все-таки нашли в себе силы прийти именно на этот стрим, потому что мы сегодня обсуждаем Мармока. Этот стрим будут смотреть очень много людей. И сейчас те люди, которые на стриме, они таким образом пиарятся, получают пиар. Вот. Потому что когда мой канал будет набирать миллионы, да, просмотров и стримы там по 10 тысяч,
то на вас будут обращать внимание очень-очень-очень серьезно и хорошо. Ладно, погнали, друзья. Проверяем, кто там написал комментарий или не написал. Нету пока новых комментариев. Пишем «Мармок». Раз вы тормозите с комментариями, значит, будем сейчас оценивать «Мармока». Поправьте меня, друзья, как... Вот, мы заходим на канал. «Мармок», у него 292 видео, у него 13,5 миллионов подписчиков. Честно сказать, я этого человека очень уважаю, очень сильно. Потому что этот человек трудится, трудится. Видно то, что он делает, когда шапку делает, трудится. Когда делает аватарку, трудится. Когда делает превьюхи, он тоже трудится и старается. Понимаете, вот в чем весь прикол-то. Он всегда старается. Он спустя рукава свои не относится к делу так. Он очень серьезно относится к своим работам. Так. Ян, если хочешь, то уходи. Хватит обиженку из себя строить. И вообще, я сказал, всем тем, кому не нравится на стриме, можете идти, давай, до свидания. Если ты считаешь, что тебе не нравится что-то, то до свидания. Конечно, до свидания. Иди отдыхай. Тебе надо в твоей голове отдохнуть. Если ты считаешь, что ты должна остаться, то, естественно, оставайся, и мы тебя так же любим дальше, как и любили. Вот, решать только тебе. То же самое ко всем остальным относится. К риске там и ко всем остальным. Что, погнали? Шапка, естественно, я знаю, что он эту шапку делал очень долго. Во-первых, его название канала состоит из двух частей. Мар – это Марин, его имя Марин. Мок, забыл Мок, что там Мок, напиши мне, автоматчик, Мок, что это такое? Фамилию я его забыл, короче, у него состоит из двух частей, из имени и фамилии. И фамилии. Автоматчик. Тэквондо лидер. Привет, привет. Володя, рад тебя видеть. Рад. Напишите мне в чат, из каких частей состоит Мармок. Макамут. Макамут, точно? Точно Макамут? Хорошо, друзья, вот да. Мармок — это значит Марин Макамут. Вот. То есть из имени и фамилии он создал это название своего канала. Потом... Что я вам все время говорю, да? Сделано с прорисовками. Шапка вот трехмерно с прорисовками. Неон, это топ, топ. Потом, я всегда вам говорю, что текст надо в середине шапки писать. Вот он это сделал. Причем здесь даже с тенями, со светом. Вот что мне нравится, да? Профессиональные художники очень серьезно относятся к
чтобы тень падала, свет был правильный. Видите, лучи солнца из окошка, это же ведь тоже лучи сделал он. Он очень долго делал эту шапку, до этого у него там лес был трехмерный, вот насколько я помню. Вот, и вот здесь в углу Мармок написано было. Теперь посмотрите, пожалуйста, на аватарку. Аватарка у него создана таким образом, что брендом. Вот я вам часто говорю о том, что есть название канала, а есть аватарка бренд. То есть он использует аватарку как бренд своего канала. И если мы обратим на все его превьюхи, видите, в каждом углу его стоит бренд канала. Буковка М. 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 То есть это такой знак качества, видите? На каждой его превьюхе стоит знак качества. У меня почти на всех стоит. На все не получается поставить, потому что бывает не вписывается просто даже в саму тему знак качества. Здесь он стоит. Теперь смотрите, друзья, у него на главных каналах, ой, на главной странице, да, у него здесь нет интересных каналов, то есть он считает, что для него на YouTube не существует интересных каналов, он решил их не добавлять. Да, я заходил, у него ведь здесь есть реклама, да, вот. То есть у него есть сайт, на котором ты можешь заказать рекламу. Там написано, что он не рекламирует каналы на YouTube. То есть там жестко так. Там написано, я не рекламирую каналы на YouTube, я не рекламирую каналы в Твиче. И я вижу здесь, да, он правда не рекламирует. Скорее всего, у него он поднимает стоимость этой рекламы. Сейчас, в конце концов, он и будет рекламировать, когда у него будет 150 миллионов подписчиков и 150 миллионов просмотров. Я думаю, он придет к этому, потому что он старается. Помните, я вам говорил по поводу того, что он старается? Надо стараться быть искренним. Никто за вас лучше ваш канал не сделает, как только вы сами. Понимаете, вы с каждым днем, вы не должны деградировать, а вы должны развиваться. Вот помните, я вчера вам говорил, что если вы останавливаетесь в развитии канала своего, то вы начинаете потихоньку деградировать, потому что либо ты движешься, либо ты стоишь на месте, а потом все чахнет. Понимаете? То есть вот так вот, такой закон Вселенной. Хочешь развиваться, двигайся, двигайся вперед, пока не умрешь. Правило этого измерения. И вот Мармок поймал это правило и движется вперед. Молодец, молодец, все прекрасно. Главная страница у него оформлена. Прекрасно оформленная главная страница. То есть по главной странице, по шапке, по аватарке 100 из 100. Сразу говорю вам, что у него 100 из 100. Давайте посмотрим. Вот самый интересный момент. Да, превьюхи у него тоже. Вы знаете, можно сделать лучше. То есть я видел превьюхи лучше, чем у Мармока. Но я так понимаю, что он сильно не заморачивается с превьюхами. Хотя я несколько раз видел, у него есть видосы, где видос этот называется «Я делаю превью именно так, и мне друзья говорят, что я сумасшедший». И он там где-то часа полтора или два делает одну превьюху. Короче, он показывает даже, как он ее делает. И вот где-то я видел это видео. Он говорит, но вы не считайте меня дураком. Я так отношусь ко всему. Вот если вы все будете относиться так к своей работе на канале YouTube, там, да, к своим каким-то, ну, развивающимся фишкам, то вы 100% станете такими же, как Мармок, и лучше. Вот это он делал. Он вот эту вот превьюху делал. Он показывал, как он ее долго делал, эту превьюху. И ее лучше.
Прекрасно. И, друзья, вы не замечаете здесь косяка? Вот здесь есть один очень важный косяк у Мармока. То есть у него все прекрасно, но у него нет субтитров, друзья. А для чего нужны субтитры? Субтитры, что это такое? Это перевод вашего названия канала, описания канала. Вот это и есть субтитры. То есть, когда вас смотрит зарубежный какой-нибудь зритель, ну тот же PewDiePie, например, зашел на канал, да, Мармока случайно, да, ему кто-то рассказал про него, потому что Ивангай с PewDiePie уже встречались. Понимаете, я думаю, Мармок тоже может быть встретиться с PewDiePie когда-нибудь. Но вот когда PewDiePie заходит на канал Мармока, он нифига не понимает, тут все на русском. А вот для того, чтобы он понимал, для этого существуют субтитры. То есть вот здесь должны, под каждым видосом должно быть написано слово субтитры. Вот давайте я вам быстренько покажу свой канал. То есть это оптимизация. Да, оптимизация должна быть обязательно с субтитрами. Обязательно. Для того, чтобы если чуваки зашли к вам какие-то, да, иностранцы. Видите? Пожалуйста, обратите внимание. Видите, везде у меня субтитры есть. Раз, два, три, четыре. То есть на каждом видео есть субтитры. Это оптимизация. Это очень важно. То есть у него вот такой оптимизации, как субтитров, нету. Это плохо. То есть то, что у него нет субтитров, я ему ставлю оценочку, ну вот 70 из 100. Потому что иностранные, если очень много потом залетает иностранных, сначала один человек приходит, иностранец смотрит, потом два, потом миллион, потом миллиард. Иностранцев же ведь гораздо больше, чем россиян, понимаете, русскоязычных. Что такое русскоязычные люди, да, это... А Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина, да, вот, Грузия кое-как по-русски говорит, там, ну и дальше меньше. А что такое, например, англоязычные? Да даже у нас в стране очень много людей, которые на английском языке говорят, поэтому субтитры нужны. Марин, когда-нибудь ты увидишь этот видос, как я оценил твой канал, вот. Но я думаю, к тому моменту у тебя субтитры будут уже. Я понимаю, что ты один занимаешься своим каналом, и ты им занимаешься прекрасно. Лучшая работа, из которых я видел. Но вот косяк с субтитрами я понять до сих пор не могу. Дальше идем. О канале. Hey, people, я Мармок. Здесь я пытаюсь поднять людям настроение смешными нарезками по различным играм и не только. Прекрасная, прекрасная, замечательная, позитивная, несущая свет сквозь тьмы описание канала. Просто прекрасно. Вот у него 2 миллиарда просмотров уже, 2 миллиарда 200 тысяч, 200 миллионов почти. Прекрасно, прекрасно. Идем дальше. Что у него с каналами тут? Ничего там. У него точно то же самое, что и у меня. Сообщество, естественно, этот человек использует вкладку сообщества. Вкладка сообщества появится у вас, друзья, когда у вас будет 1000 подписчиков. У вас где-то через недельку появится вкладка сообщества. А здесь можно во вкладке сообщества устраивать голосование, сюжеты ставить. Вот как он комнату свою делал. Сюжет. Видите, он выложил по комнате по своей. Потом делает превьюхи, премьеры. Все это можно делать. И это очень сильно продвигает ваши каналы. Стримчик, видите, Мармок стрим. Когда к нему заходишь на стрим, это то же самое, как Гоше Горину. Или к такому человеку, как, например... Ну, короче, ко всем топам, Дориану Корнету, да, заходишь, там летит чат, там он не читает чат, он читает только донаты. Я не знаю, что там читает Мармок, я у него на стриме еще не был. Вот, ну, был у топов, очень часто к топам на стримы хожу. Погнали дальше, плейлисты. Естественно, у него плейлисты все
прекрасно сделаны, но давайте посмотрим. Вот косяк номер два. У Мармока абсолютно не оптимизированные плейлисты. Что такое оптимизация плейлистов? Я вам уже говорил, что должно быть описание не меньше 150 слов здесь, описывающим, что за видео у вас находится в вашем плейлисте. Именно в этом. Сюда также следовало бы добавить перевод плейлиста и следовало бы добавить хэштеги и теги. Вот, здесь у Мармока ничего нету тоже. Смотрите, за 2 дня он набрал по плейлистам 12 миллионов просмотров за 2 дня. А мог бы набрать уже 500 000 просмотров, если бы у него его плейлист прям выпадал прям сразу в поисковике. То есть чувак, который хочет посмотреть сразу, не останавливаясь, его видос в этом плейлисте, нажимает на кнопочку «Воспроизвести все». И по порядку вас автоматически начинает показывать каждый видос. Понимаете? Мармок здесь, короче. Теперь смотрим, что у него. У него среднее количество минут видосов не меньше 10 и не больше 25 минут. Это топовое время, по которому надо снимать видео. То есть не меньше 10 минут. Потому что я вам уже не первый раз говорил то, что топовое удержание аудитории — это 10 минут. Топовое удержание аудитории, то есть оно должно быть не меньше 10 минут. Тогда взлетает ваш видос, взлетает все остальное. Давайте быстренько сейчас глянем, что у него с оптимизацией видосов. Так, монетизацию он ставит. Видно, что у него реклама. Ну, естественно, с чего же он должен зарабатывать? Смотрите, друзья, косяк номер 3. Очень короткое название видео. И очень короткое описалово. Таймлайн он поставил. То есть, таймлайн, это, конечно, прикольно. И описание заканчивается всего на 3 словах. Игры в этом видео Blade и Sorcery Boneworks. Короче, описание, конечно, у него очень-очень... Даже вот в VidIQ, смотрите, как оценивают его. 37,2 это очень-очень мало. 40 должно быть минимум, 40, у него 37,2. Из-за того, что здесь должно быть название не меньше 5 слов, лучше 6. Здесь должно быть описание, что происходит в этом видео, не меньше 50 слов. Здесь всего 1, 2, 3, 4, 5, 6. Естественно, ранжированные теги, естественно, у него не выстрелили. У него какие выстрелили ранжированные теги? Только канала. Ранжированные теги канала. Мистер Мармок, 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 Мармок. Неправильная оптимизация вообще. Оптимизацию оцениваю на 50 из 100. Теперь теги канала какие? Ему теги канала надо было написать Мармок. А он сюда пишет баги, приколы, геймплей, фейлы, шутки, юмор. Это все прекрасно. Но это не теги канала. Здесь должно быть первым словом Мармок написан на английском и на русском языке. Короче, я даже сюда что-то не заглядывал. Косяк. 5 косяков. Смотрите, подсказок нету. Это мой любимый друг Мармок. Марин, величайший из величайших. Я назвал этот стрим «Великий Мармок» и понял, что оптимизацией он вообще не занимается. Так, смотрю, у него в Инсте нету вообще ни одной подписки. В Твиттере нету ни одной... А, нет, в Твиттере... Вот смотрю, 5 раз в Твиттере кто-то им
5 твитов, кто-то им поделился. Короче, какие-то люди добрые в Твиттере им делятся. Но у него Инстаграма нету, Твиттера, похоже, нету. Так бы у него здесь графа была бы, сколько он в Твиттере поделился. Вот у того же Дориана Корнета в Твиттере там аж 100% в Твиттере показов. А здесь 100% в Ютубе. Короче, пипец. Печально, печально. Из-за этого срезается оценка канала. Только за то, что у тебя... Марин, только за то, что у тебя... Ты очень хорошо и долго и серьезно. И прекрасный монтаж у тебя видосов. Мне нравится, как ты ведешь видео. Эмоции какие происходят у тебя. Вот только за счет эмоций, понимаешь, ты выезжаешь за счет дизайна, эмоций. Все. Дизайна и эмоции. Оптимизации. Половину оптимизации не сделал. Видосов оптимизации не сделал. Плейлистов оптимизации не сделал. Печально, печально. Поэтому смотри, я до этого оценивал твой канал как миллион из миллиона. Сейчас будет поменьше. Сейчас будет 97 из 100. Потому что оптимизация важна для твоего развития. Точно, 100%. 100%. Потому что актив начнет падать. А когда начнет падать актив, это жесть. Поэтому оптимизацию надо сделать обязательно. Теги канала вообще, теги канала прописаны какие-то левые. Как будто ты... Ну вот смотри, в дизайне ты бог, да? В монтаже бог, да? А в летсплеях бог там, да? Но, блин, в таких простых вещах, как оптимизация, мне кажется, ну там так просто это все сделать, что... Я не знаю. Друзья, давайте вы тоже напишите, пожалуйста, свою оценочку в чат, чтобы я тоже посмотрел. Пожалуйста, почитаем ваши. Давайте почитаем вас. Закончили мы оценку Мармока с моей стороны. Теперь оценивайте вы. Владимир оценивает на 40 его канал. Спасибо, Владимир. Да-да, великий Мармок не велик в оптимизации вообще. Как это у него нет времени на оптимизацию? Ты что такое говоришь? У него время на превьюхи есть? На дизайн есть? На оптимизацию нету. Там ее делать 2 секунды. Сел и сделал. О чем ты говоришь, автоматчик? Я в шоке с тебя. У меня, значит, у вас есть время. Да, он такой занятый, прям пипец. Все. Он ололо тоже правильно оценил. 99. У нас Слежня, Аленка и Куплинов. Это ты о чем вообще? Слежня, это кто? Это что? Это что такое? Ты о чем? Что это такое? Вот расскажи мне. Что-то куда-то ты мне не туда написал комментарии. Спасибо тебе, конечно. Да. Хотел приколоться, не получилось.
Так, ну давай по-нормальному, давай. Следующий Аленка Швец и Куплинов. Ян, а вы думаете, что если я на Алену сделаю стрим или на Куплинова, он будет так же интересен, как... Ты знаешь то, что обидишься ты или, я не знаю, или не обидишься, но я посмотрел канал Алены, и у меня там столько претензий к ней, по ее каналу, по ее рекламе, что мне кажется, ты так сильно обидишься, когда я ее критиковать начну. А вы же помните, что критику нужно заслужить. Поэтому я не знаю, я буду рушить твои детские мечты, когда Аленку буду критиковать, понимаешь? Ну, ты же обидишься, если я буду там жестить по поводу Алены. Сильно обидишься. Ты обидчивая девочка у нас. Да почему вы так его круто оцениваете? За кучу подписчиков и кучу просмотров. Так-то канал так себе. Ну, Владимир, я его оцениваю за его работу. За его работу. За его работу. За его стремление. За его стремление только так оценю. Ну, как бы он заслужит того, чтобы его так оценили. Я ни в коем случае не оцениваю его за его подписчиков. Если вы не обратили внимания, я бы так и сказал. Вот у него так много подписчиков, и значит он топ. Нет. Я же вам подчеркнул, то, что у него хорошего, и то, что у него косяки какие есть. Мы делаем честную оценку канала. Честно. По чесноку. Вот всем, кто сюда приходит, мы делаем честную оценку канала. Просто кому-то. А где у него оптимизация? Нет у него оптимизации. Согласен, Владимир. Оптимизации у него нету. Да, я тоже оцениваю его за труд. Просто я уже не первый раз, друзья, мы с вами не первый раз смотрим топовые каналы. И мы раз пятый сталкиваемся с тем, что топовые каналы оптимизацию не делают. Большинство топовых каналов оптимизацию не делают. В этом-то и вся проблема. Проблема тех топовых каналов, которые не делают оптимизацию. Если бы он делал оптимизацию, у него бы и в трендах чаще выпадало бы его видео, понимаете? И в трендах, и в поиске, и перешибало бы, конечно, очень много мелких каналов. Вот. Но расти-то все равно есть куда. Она нужна, но он решил нет. Это его решение, конечно. Да. Это его решение. Это его выбор. Как он решил создавать красивую шапку, красивые прививки, прекрасный монтаж, замечательную озвучку, как вот он решил это делать. Так у него это и получилось. А естественно, если он решил не делать оптимизацию, ну значит она у него и не будет. Это оптимизация. Но, друзья, я же говорю, это очень-очень плохо. Когда вы не обращаете внимания на оптимизацию, это плохо. Потому что сделать ее 2 секунды, и ее не просто так придумали. Ее не придумали для того, чтобы просто ее делать. Ее придумали для того, чтобы вы чаще мелькали
на YouTube со своими видосами. Понимаете? Вот для этого придумали оптимизацию. Минли тебя все банит наш оптимизированный бот, Найтбот. Нолзик, привет, привет, можно оценку? Можно, напиши комментарий, пожалуйста, Нолзик. На утро, привет всем, привет, привет. Я как-то вот пропустил, да, много сообщений пропустил. Вы хоть, друзья, здоровайтесь, модераторы, с нашими замечательными людьми, которые пришли на стрим по оценке Мармока. Марина. Конечно, забавно называть мужчину Марином. 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 Я привык, то, что Марина – это женщина. Я, конечно, понимаю то, что там в Молдавии у них так детей называют. Но привыкнуть к этому тяжело. Чувствую, пока 50 каверов не сниму по всем песням, у меня идея не кончится. Идеи, это очень прекрасно, что у тебя идеи не кончатся. Чем больше идей, тем лучше. Дорогие друзья, напоминаю вам, если вы хотите в этом стриме, чтобы вас оценили сильно не критикуя, или наоборот сильно критикуя, пожалуйста, напишите 5 комментариев под прошедшим стримом. Марин и Марина очень разные имена. Одна буква только разница в этом. Марин и Марина. Одна буква разница. Всего лишь одна буква. Это как Ян и Яна, тоже одна буква всего разница. Мне нравится тебе, я... Для чего я написал великого Мармока? Слово великий — это без иронии. Это я действительно его считаю великим Мармоком. Реально считаю его лучшим блогером на YouTube. Как бы я не видел лучше блогеров, чем он. Поэтому здесь вот присутствует слово великого Мармока. И это так, да, это так. Потому что все остальные не делают даже сотой части того, что он делает. Он-то в основном делает упор на контенте и на оформлении. Это прекрасно. Но провал в оптимизации. Имена придумают не просто так. А Минли пишет, такое чувство, что в чате все не любят Бравл Старс, только ты один любишь. К сожалению, это правда, да, в чате не любят Бравл Старс. Скорее всего, ты один любишь. Тэквондо лидер Володя. Я планирую потом приглашать мастеров из разных боевых искусств и обсуждать то или иное искусство. Когда это будет очень интересно. Это будет очень интересно, если ты будешь приглашать мастеров в свои видео. Тем более, если ты еще там с ним будешь обсуждать какие-то боевые приемы. Это было бы вообще прекрасно. Минли, Алексей, ты всех мэдров знаешь по именам? Да, почти всех. Марина, это жена Марина. Во, представляешь, сын или кто-то там, подруга жены, крикнет «Марин!» И, ну, там какая-нибудь, да, тусовка у них, какой-нибудь семейный праздник, и приходит жена или мама, опять же, мама там его жены кричит «Марин!» И прибегают два. Жена его прибегает, и он прибегает. Прикольно.
когда имя одинаковое у двоих. Эх, мой канал не для вас. Ну, конечно, не для нас, Минли. Бравл Старс, я много раз говорил, почему я не очень люблю Бравл Старс, потому что мне не нравится вот это, когда чуваки бегают по доске. Сверху. Вид сверху — это ужасный вид, конечно. Просто неудобный. И чувак бегает какой-то мелкий, да, там, что-то какое-то пуляет фигню. Кнет, привет. Рейф, привет. Поэтому Бравл Старс — это не моя игра. Почему мне нравится Майнкрафт? Я ненавижу Майнкрафт за квадратные бошки. То есть в Майнкрафте нет ничего круглого. Головы квадратные, блоки квадратные и так далее, и так далее, и так далее. Вот за это я Майнкрафт не люблю. Но мне очень нравится движок Майнкрафта. Там, где можно из говна, извиняюсь за выражение, палку сделать, понимаете? А потом из говна и палок построить дом, например. Или сделать шахту. Так далее, так далее, так далее. Я извиняюсь за не очень приятные слова. Но так вам будет очень понятно, почему Майнкрафт круче, чем, например, да, чем Бравл Старс. Golden Cat Music пишет: а у меня в ассортименте есть Яна, Явана, Янина, Ян. Да, 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 много, много, все это много. Кнет, все мобильные игры — это высасывание денег. Настоящие игры на PlayStation 4. Ну, да. Все игры — это высасывание денег. Да, 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 да. Все правильно. Яна, в этом фишка Майнкрафта. Бравл Старс уже... Так, Бравл Старс... Так, это не кубическая стилистика игры. Я не спорю. А еще можно установить моды, которые все скругляют. Ненавижу моды. Потому что это уже не Майнкрафт тогда получается. Это получается Майнкрафт с какой-то... Вот знаете... Вроде, да, лицо. Лицо, да, вы вот представили себе лицо. И вот есть два глаза, один носик, один ротик, два ушка. И вот если на лоб пришить третье ушко, тогда это получается Майнкрафт с модами. Вот как-то так это смотрится. То есть лицо с третьим ухом или хоботом на лбу. Я уж не говорю про там гениталии какие-то в том же месте. Вот. Буду снимать про Майн. Минли, если ты будешь снимать про Майн, то мы с удовольствием будем смотреть тебя. Давай скорее, быстрее начинай снимать про Майн, Сталкер, Fallout, Мафию. Вот такие игры снимай. Посмотри, на какие темы снимает Мармок, какие игры он смотрит. Да, Мармок топ, а кто спорит? Фус, привет, привет. Всем привет, друзья. Всем привет, дорогие мои друзья. Здравствуйте. Как говорит Гена Горин. Это вы про нос жителя. Да-да-да, нос жителя там вообще... А вы вот вы никогда не обращали внимания, на кого похож Крипер вообще? Вы никогда не обращали внимания, на кого похож Крипер? На зеленые гениталии
бегающие и взрывающиеся. Короче, чувак, который делавший Майнкрафт, он 100%, мне кажется, у него с головой что-то... Он почему-то думал о гениталиях в тот момент. Шейдеры делают такой свет и тени. Понятно, понятно. Лидер Геймс только что видео снял. Молодец. Да, конечно, конечно. А как ты хотел? Вот стендап, например, да? На программе ТНТ. Там тоже все только смеются над тем, что ниже пояса. Там про гениталии, про какую-нибудь... Вещь начнет. Гена тоже топ, Владимир пишет. Крипер — это растение мята. Нет, какое-то мята растение. Нет. Крипер — это зеленая гениталия, которая быстро к тебе подлетает и взрывается. Быстро передвигается так. Посмотрите, зайдите сейчас, посмотрите. Ну, вообще-то, крипер — это ошибка, которая появилась из бедной свиньи. Не знаю, из какой свиньи там что появилось. Я вот что вижу, то и говорю. И жители вот эти вот, которые... Подходишь к нему, нажимаешь, он укает все время. Потом вот так вот делать. Как будто, блин, у него то ли запор, то ли он в туалет хочет сходить. Когда ты ему мешаешь что-то делать, короче. Вот это к чему вот эти звуки, вот тоже я не пойму. Это нормальным надо быть человеком, чтобы такие звуки жителю сделать, да? Ну извините, свинья же ведь тоже есть же ведь в игре. Свинья и чики-бомбони тоже есть в игре. И чё теперь? А-а-а, скин свинины из-за ошибки. Она стала такой, ей поменяли скин. Всё понял. Всё-всё. Я понял то, что там скин так вылетел. Не, ну, друзья, ну посмотрите, на кого он реально похож. Автоматчик, что ты от меня хочешь? Напиши, пожалуйста. Что ты от меня хочешь? Ты хочешь со мной поспорить? Сейчас будешь спорить за дверью. Я вам говорил, не злите лучше меня, модераторы. Владимир видел, чем это заканчивается. Поэтому у нас с Владимиром общее понимание с полуслова. Вообще, мне очень много людей говорят, что ты с этими маленькими людьми цацкаешься. Мне нужно оценить превью. Сможешь, Сталлер? Если ты напишешь комментарий, конечно же, смогу. Лучше написать 5 комментариев и нажать на колокольчик. Читайте, что вам пишет Рыбалка и Охота, Владимир. Стрим называется «Оценка каналов». Понимаете, мои золотые? Минли, я тебя защищу. Очень много же ведь людей, которым нравится Бравл Старс. И это ихнее мнение, я ихнее мнение уважаю. Я не могу сказать, что я не люблю людей, которые снимают Бравл Старс. Я всех людей люблю.
Я даже люблю тех людей, которые делают какие-то, ну, просто неинтересные каналы. Но он же не виноват, что он делает такой канал. Он научится, потом будет делать хороший канал. Понимаете? Ему просто никто не объяснил этому человеку, как надо делать. Поэтому так получается. Друзья, пишите, пожалуйста, комментарии. Если вы хотите посмотреть оценку канала Мармока, великого Мармока, то, пожалуйста, отмотайте на начало и посмотрите, как мы оценивали всем чатом Мармока. О, Рейф написал. Ура! Рейф, прости, пожалуйста, то, что я только что заметил. Но все равно 10 минут еще не прошло. Так что я успел. Так, привет. Можно оценку нового оформления? Конечно, Рейв. Мы спим и видим твое замечательное оформление. Все интереснее и интересней. Вот, пожалуйста, ты говорил, Миндли, что Бравл Старс, да? Вот, пожалуйста, тебе человек, который любит Бравл Старс. Вот он снял видос по Бравл Старсу, даже выложил его на главную страницу для новичков. Ты знаешь что, Рейв? Мне нравится. Мне нравятся твои превьюхи. Мне нравится шапка, которую ты сделал, аватарку. Мне все очень это нравится. Просто я не знаю, тумана много или нет. Я еще знаешь, что люблю? Чтобы был свет и тени. Контурный свет, чтобы был, понимаешь? Блин, вот если бы ты еще контурный свет сделал, было бы вообще круто. Ну так ты молодец. Молодец. Ну да, вот лидер тоже он БС снимает. А в шапке только текст норм, картинка просто скрин и красава. Ну, лидер, давай будем снисходительнее к товарищу, который тоже снимает брал БС. Вы же все товарищи, которые снимаете БС. Или вы что, враги друг другу что ли? Друзья, вы опять, Ян. Вы опять уходите от темы стримов. Я не понимаю, вас что, прет что ли? Тема стрима, перо, да? Продавчицы, покупатели. Нафига вы мне это в чат пишете? Для чего? Тема стрима у нас сегодня. Посмотрите на превьюху. Оценка канала Великого Мармока. Давайте будем в этой теме находиться. Оцени мой канал. Я оставил комментарий под прошлым стримом к нет. С удовольствием. Блин. Данил этот вообще ничего не понимает. Или он специально это делает? Я не знаю. Ты мне напоминаешь Александра, Сашу Дэнди. А Яна мне напоминает Мишель. Абсолютно так же себя ведете, как эти два персонажа. Нету нового комментария. Напиши еще комментарий. Что ты один написал? Мы уже закончили с крипером и с жителями.
Сложно говорить 2 часа. Ну как, еще только час прошел. Ты говоришь, сложно говорить 2 часа. Часик только пролетел у нас с вами. Часик. Да, задержка. Ты знаешь, почему задержка? Кнет, напиши, пожалуйста, еще один комментарий. Твой комментарий, скорее всего, попал в спам. Хочешь познакомиться с Мишель? Может, у него остались там ее какие-то координаты? Напиши Владимиру. Ну да, есть что-то общее, да, Владимир? Прямо они себя ведут одинаково. Что те два, что эти два. И главная тенденция одна и та же. Я не знаю, почему так. И к чему бы это? Поведение у вас сильно похоже на тех людей, которые были раньше модераторами и сейчас не модераторы. Саша так же, как автоматчик, сидел тут, что-то спорил. Вот что я не скажу, он все время спорить последнее время начинал. Что бы я ни сказал, все в штыки. Все в штыки. Минли, я не понял, о чем ты говоришь. Ну, я... Ну, значит, имей в виду, что задержка 40 секунд. Короче, имей в виду то, что задержка 40 минут, и ты должен помнить то, что ты до этого написал. Я, например, тебя, да, начинаю... Ну, есть же ведь слова, за которые я вас не обвиняю, правда? Вот ты опять придираться ко мне начинаешь. Я к тебе не придираюсь. А ты ко мне придираешься. С какого перепуга ты к стримеру придираешься? Я что тебе плохого сделал вообще в твоей жизни? Сижу тебя тут, пиарю. Канал твой показываю. Общаюсь с тобой. Ты должен мне быть благодарен просто... Жесть, как благодарен. Без доната тебя тут сижу, тебя пиарю, время на тебя трачу, жизнь свою трачу на тебя. Вот. Интересного Данила. Бесплатно это делаю. Вот-вот-вот, да, Владимир об этом и пишет. Они вообще не приходят, по крайней мере, не пишут в чате, а Мишка и ВК не проявляется. Да она, я же говорю, Владимир, они дети, они перекрашиваются в полете. Мишель такая же, как ты, обидчивая была, блин. Тоже начали что-то, блин, пришли со своим другом в чат. Начали тут болтать про свои какие-то вещи. Я им говорю, Мишенька, пожалуйста, давайте на тему стрима. Или пообщайтесь в Дискорде. Хорошо, пообщаемся в Дискорде. И ушла, ее три не было, три стрима не было. Я взял ее, понизил и попрощался с ней. Кнет, нету комментариев. Где комментарии? Где?
Ты видишь, Рейф написал, есть комментарий. Правда, Рейф написал хрен знает куда, под PewDiePie. А вот прошедший стрим, да? У нас прошедший стрим мы Ивангая оценивали. Ну где вот Кнет тут? Вот вижу Володя здесь. Ух, как много. А, все. Володь, спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Прости, пожалуйста, 48 минут. Твои комментарии появлялись 40. Володька, тэквондо лидер. Извини, пожалуйста. Конечно, конечно, Владимир, мы поможем всем. Спасибо тебе большое. Владимир, тэквондо лидер, который. Да взрослому Владимиру тоже, который дед. Сейчас, друзья, я быстренько отвечу. Как бы 6 комментариев это много. Надо обязательно отвечать. Обязательно. Ну поехали, Кнет. 7 минут назад написал. Дорогие друзья, давайте, пожалуйста, оценим канал. У нас уже 2 стрима подряд, когда мы оцениваем каналы топовых, да, я их считаю топовыми, топовых блогеров, к нам приходит Кнет. Давайте оценим этого прекрасного человека, адекватные вещи какие-то пишет. Серега зовут, Сереж. Так, Сереж, а с какой ты страны сейчас быстренько гляну? С России. Серень, ну ты прям красавчик. Чё я могу сказать? Красавчик. Главная страница у тебя... А, ты критик даже. Класс! И ты, оказывается, критик, нифига себе. К нам, друзья мои золотые, ко мне зашел на канал очень-очень хорошего качества критик. И он так классно, в общем-то, критикует, что мне, в общем-то, нравится, что он вообще там пишет в моем чате. На главную страницу, правда, не поставил почему-то видос, который хотел бы, чтобы посмотрели много людей. Друзья есть, согласен, о канале. Ссылочки есть, минимализм присутствует. Канал с 2014 года, 4330 просмотров. Вот это вот Кнет... Сереж, вот это вот никому не интересно, а когда у тебя 100 подписчиков, 200, 500, 1К, 5К. Вот это здесь не надо вести, это никому не интересно, честно, честно. Вот эти цели надо отдельно на листочек себе выписывать. Но у тебя так много, у тебя ВК есть, Фейсбук, Дискорд, Инстаграм, прекрасно, донат вставил. Всем привет, меня зовут Сергей Кнет. Снимать я начал в 2017 году. Я снимаю видеоролики. Самые активные фанаты это мысли вслух, ГПС и критик. Вот это тоже непонятно, к чему ты написал самые активные фанаты.
Тут не про фанатов надо писать в описании канала, а про тебя. Обсуждение, посмотрим, что Сереж у тебя с... Серёнь, в обсуждении общаются с людьми. Общаются с людьми в обсуждении, они оценки ставят. Это чуть неправильно обсуждение. Потому что, что вообще, для чего эта вкладка придумана? Сначала обсуждение до 1000 подписчиков, потом сообщество после 1000 подписчиков. Это нужно для того, чтобы ты здесь общался со своими подписчиками. Когда тебе сюда пишут какие-то люди, какие-то оценки из 10, я очень сильно критикую эти вещи. Во-первых, оценка должна быть не 10 из 10, а 100 из 100, потому что умные люди такие, да, как ученые, придумали 100%, правильно? То есть шкала 100%. Это та шкала, по которой все оценивается. Так, с каналами все понятно. Взаимные подписки есть. Плейлисты есть. Отлично, отлично. Плейлисты есть. Описание есть плейлистов. Но очень коротко. Здесь должно быть описание не меньше 150 слов, а название должно быть не меньше 10 слов плейлиста. Название должно быть не меньше 10 слов плейлиста, описание плейлиста 150 слов должно быть. Здесь я не вижу ключевых слов. В этой рубрике я критикую различных личностей. Цель рубрики – показать всю сущность некоторых YouTube-сообществ и отдельных деятели. Серег, а когда тебя критикуют, ты как к критике относишься? Вот я сейчас не читаю чат, что ты там пишешь. Как вот ты относишься к тому, что я тебя сейчас критикую? Ну, причем так не жестко, а мягенько, без поноса. Абсолютно по-доброму, по-отцовски. А второй плейлист что у тебя? Ну, я так и думал, что ты только описание в одном плейлисте сделал. Ты знаешь, когда ты опускаешь руки, то ты начинаешь косячить. Вот в этом твоя проблема и всех остальных. Если уж ты написал описание к одному плейлисту, то, пожалуйста, будь добр написать ко всем плейлистам описание. Потому что это получается, ты знаешь... Ты, например, да, к примеру скажу, сделал для мамы подарок, да, сделал его хорошим. Ну, от души, вложил душу в этот подарок. А, например, для папы вообще подарка не сделал и душу не вложил. А ты любишь обоих родителей одинаково, да? Как ты думаешь, будет приятно папе то, что ты ему подарок не сделал? Вот то же самое и с плейлистами. Сделай, пожалуйста, описание всех плейлистов. Потому что когда ты делаешь только на одном плейлисте, вот второй плейлист у тебя тоже с описанием. Прекрасно. Вот это мне описание больше всего нравится. Мысли вслух, название чуть-чуть побольше, чем до этого, да? В этом формате я высказываю свои мысли о чем-либо. В названии не зря присутствует слово «вслух», так как это обозначает, что я не боюсь высказывать свое мнение, каким бы оскорбительным или странным оно ни было. Конечно же, ты имеешь право на свое мнение так же, как и мы имеем право на свое мнение. Ты согласен? Согласен с этим? То, что не только ты имеешь право на свое мнение, но и люди вокруг тебя тоже имеют право на свое мнение, правда? Вот. Ну и когда ты спрашиваешь, например, у меня, да, про оценку, то я высказываю свое мнение по поводу того, что у тебя. Четвертый плейлист. В данной рубрике я гуляю где-то, либо посещаю какие-либо места,
кое-либо место, показываю вам эти места, разговариваю о чем-то. Особенность рубрики является то, что я показываю координаты того места, на котором снимался видеоролик. GPS называется плейлист. Ну, не знаю, как насчет вот этого плейлиста. Ты либо занимаешься влогами, либо занимаешься критикой. Одно из двух. Нельзя смешивать несмешиваемые вещи на одном канале. А что такое вообще каналы на YouTube? Это узкая направленность. Ты никогда не наберешь много просмотров, если у тебя будет разнонаправленный канал. Ну и по поводу шапки, аватарки. Ценю минимализм. Ценю превьюхи. На каждой из твоей превьюхи присутствует почти на всех твое лицо. Это супер. Потому что превьюхи с лицом, это кликабельность у них на 50% выше, чем на обычных превьюхах. О, смотри, ты хайпанул. Хайпанул на А4, которого мой канал не любит вообще почему-то. Ну, мне не нравится, как снимает А4. Хайпанул ты, короче, 2000 просмотров поймал на нем. Ну и продолжал бы эту тему, хайповал бы дальше. Вот смотри, когда ты снимаешь 5-минутные, 3-минутные ролики, надо снимать 10-минутные ролики минимум. Не снимай ролики по 3 минуты, по 2 минуты. У тебя, понимаешь, средний просмотр будет тогда маленьким. Вот эти ролики у тебя будут срезать средний просмотр. А это оптимизация. Потом смотри, надо делиться в своей... Создай группу какую-нибудь ВКонтакте. Или найди группу ВКонтакте, связанную с критикой, где чуваки чуваков критикуют. И туда скидывай свои видосы, у тебя будет больше просмотров. Что такое? Смотри, у тебя 233 подписчика, и за целый день всего лишь 9 просмотров. Это говорит о том, что у тебя актива вообще нету. Если у тебя нету актива на канале, значит, у тебя есть взаимные подписки. И мы раз и смотрим, что ты на кого-то подписан. Ты на кого-то подписан, а эти люди на тебя не подписаны. Представляешь, в чем косяк? И когда YouTube видит, что ты на кого-то подписываешься, а эти люди на тебя не подписаны, то YouTube считает тебя зрителем. Не автором, а зрителем. И, естественно, зрителей, видосы зрителей он так хорошо не распространяет, как распространяет видосы авторов. Понимаешь, Сереж? Серег, удачи тебе. Отличный выбрал вообще. Замечательный выбрал контент, связанный с критикой. Но имей в виду, что тебя тоже будут жестко критиковать, гораздо жестче, чем ты критикуешь. Ты соберешь массу хейта, соберешь очень много отрицательных комментариев. Как бы ты выбрал очень сложный путь пропиариться. Понимаешь? Ты думаешь, что ты с помощью хайпа... Ты думаешь, что с помощью хейта... Что такое критика? Это и есть хейт, понимаешь? Ты думаешь, что с помощью хейта ты хайпанешь? Нет. А YouTube хейтеров, ну, критиков, вообще, если честно, срезает им просмотры, срезает им подписчиков. Для чего это сделано? Потому что никому не нравится критика. То есть на тебя даже подписываться-то особо не будут люди, которых ты будешь просить. Смотри, ты попросил, да, их подписаться, а они тебя не смотрят. И все, у тебя 9 просмотров за целый день. Или 20 просмотров за 2 недели. Или 49 просмотров за 3 недели. Это, короче, пипец какой-то.
А должно быть уже, ну, минимум 2, 3, 4 тысячи. Серега, желаю тебе удачи, желаю тебе здоровья и всего самого-самого доброго. Потому что, ну, ты сейчас ищешь себя, и мне кажется, ты найдешь. Потому что, ну, в голове-то мысли у тебя правильные. Серега, спасибо тебе большое за твои комментарии. Твинк, привет, привет! Молодец, Кнет, Серёнь. Молодец. Друзья, вот на примере Серёжи, на примере Мармока, сегодня у меня было две самых плотных... оценки, причем Сережу я еще не оценил, как он вообще видосы, что у нас с видосами-то тут, блин, почему 9 просмотров, сейчас быстро чекну. Во-первых, Серень, не пиши капсом, YouTube срезает, если в названии видоса есть капс, YouTube срезает просмотры. Теперь, по поводу оптимизации видоса, сегодня я разберу одного из худших и переоцененных музыкантов современности на данный момент. И видос об этом, да? Тима белорусских, почему так плохо критика? Блин, название вообще неправильное. Не подходит к этому видео. Описание надо не меньше 50 слов писать. Описание, описывающего этот видос. Что такое описание? Описание – это ключевые слова. И ключевые слова должны присутствовать, конечно же, в названии видоса. И ключевые слова должны присутствовать в тегах к видео. Ключевые слова должны присутствовать в тегах канала. Видишь, VidIQ как тебя оценила. Теги слишком коротко. Их здесь должно быть не меньше 20. О, дисклеймер поставил. Класс. Все озвученные в роликах тезисы являются мнением автора и не имеют цели оскорбить кого-либо. Я не ворую контент у западного и не манипулирую аудиторией. Прекрасно, прекрасно. Дисклеймер здесь вообще в точку. Ты если критикуешь, то дисклеймер обязательно должен быть в описании. Ну, красавчик, Серёнь, просто молодец. Ну, смотри, CO у тебя 4,7, это вообще жесть какая-то. Я не помню, чтобы так VidIQ жестко оценивал. 4,7 это вообще ни о чем. Это дно. Понимаешь? У тебя должна здесь быть оценка CO, VidIQ минимум 40. Тогда оптимизация будет хорошая. А у тебя 4,7. Это жесть. Так не должно быть. Для этого надо соблюдать правила YouTube. Вот так вот, короче. Вообще, Серега интересный, очень интересный персонаж. Очень интересный. Дорогие друзья, для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарии, золотые мои. Пишите, пожалуйста, комментарии, мы с удовольствием пройдем на ваши замечательные каналы, через ваши комментарии и оценим так же, как Сережа. Сережа просто приходит уже третий или четвертый раз. Он сегодня попросил оценку, мы ему сделали полную
крутую оценку, полную оценку с критикой. А вот и комментарий. Я прошу прощения, друзья, если кого-то, да, там не успел оценить. Просто Сережа уже давно просит оценку. Ну, как бы заходит давно. Оценку попросил сегодня, но я ждал этого момента, когда Сережка попросит оценку, и дождался. И мы, короче, оценили его. Мне хотелось, да, посмотреть, что Серега вообще делает. Какое право он имеет кого-то критиковать, если сам не делает того же, что делают те, кого он критикует. Оказывается-то, блин, он много чего делает-то полезного. Много чего полезного делает и имеет право на свое мнение, на критику, имеет право. Дынь-дынь, мы жарим картошку. Прикольно, Мингли. Я люблю картофочку. Бульба. Друзья, пока я там оценил, мне так много комментариев написали. Ну, прям много. Мне надо каждому из вас ответить. Я, правда, могу и потом ответить. Хочу оценку, лидер гейм. А что ты хочешь? Мы же тебя каждый день оценим. Ладно, Минли, я просто уже не успею так много комментариев твоих. Вот, Лидер Гейм, пожалуйста, Бравл Старс рулит, да, на канале Лидер Геймс. Уже 150 раз оценивали канал Лидера. Я вам просто его показываю, чтобы вы понимали, да, если вам нравится Бравл Старс, вот Минли нравится Бравл Старс, рекомендую вам вместе тусоваться, подружиться как-то с Лидером, потому что он тоже любит Бравл Старс. То есть те люди, которые что-то любят, они должны вместе собираться как бы в кучки, потом в толпы, а потом в тьму. Вот почему ты меня все время просишь, чтобы я оценил канал Бюстера? Вот когда Бюстер сам зайдет ко мне на канал и попросит оценку, тогда мы его оценим, Лидер. А так мы не будем оценивать тех, кто там у тебя... Мне оценку на описание плейлистов и превью нового. Превью. Давай новое превью быстро посмотрим. Хорошее превью. Очень хорошее. Мне нравится. Но ты не делишься в соцсетях. Я тебе сказал делиться в соцсетях. Ты не делишься. Описание плейлистов. Привет всем. Этот плейлист создан для сказки. Базар Тары. Посмотри все видео, чтобы получить ответ на загадку. Описание вообще не по теме видосов. А ты когда-нибудь писал изложение или сочинение? Вот в каждом описании надо писать сочинение на тему видео. И название должно быть сочинено на тему видео. У тебя нету этого. Косяк. То есть можно не засчитывать твои описания, потому что они почти не в теме. Что ты там два слова всего написал на тему видео и все? В телеге не засчитываются просмотры. Трафик прилетает из ВК и Инстаграма, из Твиттера. Больше всего прилетает трафик из Инстаграма и ТикТока. Для того, чтобы у тебя было больше просмотров, надо делать нарезки своих видео и выкладывать 15-секундные нарезки с ссылкой на твой канал в ТикТоке. Ты увидишь. Там тема о базаре Таре. Это сказка. Очень коротко написал. Что бы тебе поставила учительница
По русскому языку и литературе, если бы ты написал сочинение в одной строке, она, например, тебе задала, да, тему такую. Напишите сочинение о нашем поэте Пушкине. И ты пишешь в одной строчке: Пушкин – это наш поэт. Это наше все. И ставишь восклицательный знак и сдаешь работу. Как ты думаешь, какую оценку ты получишь у учительницы русского языка и литературы? То же самое и здесь, да? Люди, которые читают твой плейлист, они обязательно читают, когда на твой плейлист налетают, то им интересно, а смотреть весь твой плейлист или не смотреть. И если им не хочется смотреть, то они не смотрят. Да, Leader Games, перепиши. Call the Minimalist. Точно, Владимир, кол за минимализм. Мне кажется, да, 100% учительница по русскому языку и литературе скажет кол за минимализм, но за вдохновение пятерка. Так что вот так вот, друзья. Ну, извините, кол за минимализм перетянет ту пятерку за вдохновение, понимаете? Ну, как бы это даже некрасиво так писать о таком великом человеке одну строчку. У них, если что, 12-бальная шкала. Да мне все равно. Вот автоматчик, ты опять начинаешь. Как ты сильно на Сашу похож, блин. Мне параллельно, какая у них шкала. Вот ты мне зачем это пишешь сейчас? Для чего? Чё ты хочешь, чтобы я ответил тебе на вот это? У них, если что, 12-бальная шкала. Для чего ты мне это написал? Ты чё думаешь, что я не знаю, что у них 12-бальная шкала? Ты чё? Ты пишешь, я не придираюсь. А мне кажется, что ты чё-то хочешь. Ты чё хочешь от меня услышать? Чтоб я несколько раз матом сказал в твою сторону? Это будет оскорблением. Мне не хочется тебя оскорблять. А кому ты это пишешь? Ты пишешь в моем чате, на моем стриме, модератором. Пишешь кому-то. Не пиши никому ничего против темы стрима. Я тебя просил уже несколько раз. Иди пиши в Дискорде, ВКонтакте, со своими друзьями там, или я не знаю, с кем ты тут сейчас общаешься. Скинем Дискорд свой, иди общайтесь там. На какие хочешь темы? Про свою девушку, про 12-бальную шкалу, про политику. Идите там общайтесь с Минли. Здесь правила какие? Я тебе уже 100 раз говорил о том, что тема стрима, для чего она вообще выбирается, тема стрима, и стрим вообще для чего ведется? Для того, чтобы людям, которые приходят на стрим, было интересно по этой теме посмотреть, что люди думают. А ты начинаешь про политику говорить, писать, не знаю там кому. Про девчонку свою. Про Бравл Старс. Причем тут Бравл Старс тоже?
Так они смотрят на тебя и поэтому нарушают тоже. Они на тебя смотрят, люди, и думают, блин, ну он спорит, а почему бы нам не поспорить? И все, и стрим начинается заниматься не тем, чем надо, заниматься спорами. Вот мне это зачем? Вот мне для чего это нужно? Кто тебя заставляет? Ты чё? Ты чё? Раб, что ли, я не понимаю, тебя заставляет кто-то. Ты не раб же ведь. Ты же свободный человек, ты можешь не отвечать. Есть такая вещь, называется игнор. Ты слышал про такие вещи? Игнор. Ты хочешь, чтобы я игнорировал все то, что ты пишешь? Тогда тебе будет неинтересно на этом стриме. И ты очень быстро попросишь, чтобы тебя полномочия модератора сняли. Ты хочешь, я это сделаю быстро. Ты, главное, не нарушай правила. Я же вам расту уже рассказал о том, какие правила на стриме, вообще на любом стриме. На каждом стриме есть свои правила, правильно? И стрим для того, чтобы он продвигался, надо говорить по теме стрима. Это закон. А я хочу, чтобы ты игнорировал других людей, которые тебе пишут, и ты спорить с ними начинаешь. Робка, стендов, оценка канала, оценишь? Конечно, оценю. Напиши, пожалуйста, комментарий, и мы оценим тебя. Пожалуйста, напиши комментарий. Давайте, знаете что, я прям так страницу со стримом своим открою. Так, наверное, будет проще. С последним. И тогда там вообще новые будут выпадать. Прекрасно будут выпадать наши. Так, у нас последний стрим был Ивангая. Ух, нифига себе, мы просмотры быстро набираем. Да, Ивангай, оказывается. Блин, вот эта тема, смотрю, поперла. Оценка PewDiePie, оценка Геннадия Горина, оценка Ивангая. Оценка Мармока, все это очень круто. Да, я не знаю, правда, как вот насчет Лены. Вот меня просит, да, сделать оценку Яна. А Данил просит сделать оценку Куплинова. Друзья, напишите, пожалуйста, в чат. Хотите вы увидеть оценку Яны? Не Яна, как же он называется-то? Как называется эта певица, на которую она хочет оценку? Так, новых комментариев нет, друзья. Пишите комментарии, и мы обязательно пойдем. О, есть Айс. О, как. Привет, братик, удачного стрима. Оцени, пожалуйста. С удовольствием, друг. С удовольствием. Летим к тебе на канал. Сейчас откроется здесь, чтобы нам страницы не путать. Дорогие мои, оцените, пожалуйста, канал Айса. Или Айца, как правильно читать, я по-английски нифига не понимаю. Очень красиво оформленный канал. Сразу тебе говорю, добавь, пожалуйста, ссылочки в соцсети. Вот здесь должны присутствовать. На твоем заголовке, он же шапка.
канала должны присутствовать ссылки в соцсети. И там в этих соцсетях надо делиться своими видео. Тогда будет больше просмотров. У тебя очень мало просмотров. У тебя актив должен быть, ну, хотя бы 300 человек. У тебя из 425 смотрят за 2 дня 58 просмотров. Это очень плохо. Или вот 2 месяца назад 46 просмотров. То есть активных зрителей на твоем канале нету. Для этого надо делиться в соцсетях своими видосами, у тебя будет больше просмотров. Ну, в 2 раза точно будет больше. Прекрасное описание. Прекрасно. Я вам уже говорил, что в обсуждении оценки не пишут. Обсуждение создано для того, чтобы обсуждать темы, связанные с видосами на каналах. Плейлист есть, но один. Этого очень мало. Должно быть не меньше 3 плейлиста. Не меньше 3 плейлистов. И описание плейлистов обязательно должно быть здесь. И если ты делаешь видео с ограниченным доступом, то ты должен его в отдельный плейлист с ограниченным доступом создать плейлист и туда выкладывать. А описание плейлиста должно полностью описывать все, что у тебя происходит в этом плейлисте. А название «Популярное видео» – это вообще неправильное название для плейлиста. Вот это «Популярное видео» название не описывает, что у тебя происходит в этом плейлисте. И еще капсом написано. Поэтому, конечно, у тебя 4 видео, 1 просмотр. Это очень мало, очень плохо. Удачи тебе, Айс. Дизель, правильно я читаю? Дизель, напиши, пожалуйста, комментарий, мы с удовольствием тебя оценим. Друзья, сегодня мне стрим такой лайтовый. Найс стрим, мне так сегодня нравится стрим. После Мармока что-то я прям так зарядился энергией его мармоковской. Прям ламповый стрим, мне очень сегодняшний стрим нравится. То, что вы все, мои золотые, дорогие друзья, пришли. Мне пришлось чуть-чуть поругать модераторов, блин. Я не должен этим заниматься на своем канале. Я в следующий раз ругаться не буду со своими модераторами. Я просто буду снимать с них модерку и все. Мне надоело говорить об одном и том же на каждом стриме. Друзья, 72 комментария. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Вы все топчики. Новых комментариев нет. Надо, чтобы комментарии были. Друзья, пишите комментарии. Мы через ваши комментарии попадем на ваши замечательные каналы. Семьдесят два комментария. Да, новых нет. Айц, спасибо. Пожалуйста. Дезл, хорошо. Дезл, напиши, пожалуйста, комментарий. Так, Минли очень много мне написал там. Че он попросил? Где у нас Минли-то найти? Быстрее, быстрее, быстрее.
А, вот он. Я же видел. Что ты попросил посмотреть? Меня никто не смотрит, но меня хейтят в комментах. За что? Хейт — это очень хорошо, это, блин, это неплохо. А, понятно, у тебя стримчики, ясно, Айс. Я понял тебя, молодец. Я начка. У нас сегодня стрим про Ленку. Ян. Данил, сегодня стрим про Ленку у нас. Ян, у нас сегодня стрим про Ленку. Вот этого чувака на превьюхе зовут Аленка. Нет, этого чувака на превьюхе зовут Марин. Давайте сегодня говорить про Марина. Это его стрим. Ян, давай ты о своем канале не будешь говорить на стриме Мармока. Зумленд, оцени. А, Зум Легенд, напиши, пожалуйста, несколько комментариев под прошлым стримом. Смотри, вот люди пишут комментарии. И мы через их комментарии попадаем на их канал. Минли, я так и не понял, что ты меня просил, чтобы я у тебя посмотрел. Ты вообще ничего не сделал из того, что я тебя просил сделать. Главная страница, смотри, главная страница, сейчас глянем, не оформлена. Ссылок в шапке нету. Плейлисты, один плейлист вообще какой-то нелепый. Описания в плейлистах нету. Короче, жесть, Минли, я больше на твой канал заходить не буду. Твое название должно соответствовать, Минли, твое название должно соответствовать твоему контенту. Дезл. Дезл, я слышал, ты написал комментарий, да? Где? Где твой комментарий? Где он? Покажи мне твой комментарий. Давай так сделаем. Давай вот так посмотрим. Где твой комментарий? О, сначала новые. О, есть комментарий. А ссылку ты зачем мне добавил? Нафига, нафига мне ссылка?
Кстати, очень красиво сделанная аватарка. И шапка. Оценочка твоего канала 100 из 100. Мне очень нравится твое оформление. Я видел уже такое оформление. Ну, сделано красиво, молодец. Даже если ты его подрезал у кого-то. Топовое оформление такое. Адское пламя. Дезл, спасибо, пожалуйста. Believe YouTube Music, привет. Сам все сделал? Ну, супер вообще, если сам все сделал. Прекрасно. Значит, прекрасно, супер. Топ. Спасибо, чел. Пожалуйста, осталось только контент пилить. Конечно. Только выкладывай одно видео раз в неделю. Пожалуйста, не надо делать 100 видео в один день. Напиши, пожалуйста, создавай видео одно раз в неделю, выкладывай его в 19.18, лучше 18. 18.00 открывая просмотры только. Но перед этим я бы тебе порекомендовал поделиться ими в соцсетях, перед тем, как открыть общий доступ. По ссылочке его раздавать в соцсетях, у тебя будет больше просмотров. Об этом я говорю всем моим замечательным товарищам, которые приходят на стрим, смотрят. Марин, повелитель мира. Повелитель мира летсплея? Да, наверное, Марин, повелитель мира летсплея. Дисплея, хотел сказать. Уже заговариваюсь с вами. Блин, не туда куда-то нажал вообще. Не, я не глупый школьник. Я как бы с опытом. Красавчик. Друзья, мне так этот стрим понравился про Марина. Замечательный человек Марин Мармок. И в монтаже, конечно, монтаж тоже должен быть хорошим. Давайте, друзья, быстренько сейчас пройдемся. Опять спорит, блин. Ты меня задолбал уже, Данил. Лучше модераторы пишите меньше, но лучше. Как это делает Владимир. Обратите внимание, он пишет только по теме. И очень классно пишет. Приятно читать его замечательные и прекрасные написанные слова по поводу и без повода. Дорогие друзья,
рекламирую вам и пиарю канал нашего модератора Яны. Вот она любит Алену Швец, пишет на ее темы песен каверы. И вот как бы она фанатка, получается, этой певицы. И создала такой вот своеобразный канал на эту тему. Тема канала Golden Cat Music сейчас посвящена Алене Швец. Если вы хотите посоветовать что-то ей другое, Алене, то рекомендую пройти, прослушать какой-нибудь кавер и написать ей комментарий, чтобы ей получше было бы, чем заняться потом, после Алены Швец, потому что как бы Алена Швец не такая популярная певица, как хотелось бы. Вот Яна на эту тему беспокоится и просит, чтобы вы дали ей совет. Через комментарии, пожалуйста, давайте ей советы. Посмотрите видосы, напишите ей комментарии. Она на каждый ваш комментарий ответит. Вот. Рекомендую канал. Если не трудно, можешь подписаться? Я просто хочу, чтобы ты посмотрел видео. Братишка, я не подписываюсь, у меня авторский канал. Мне нельзя с этого канала подписываться на кого-либо. И ставить лайки нельзя. Потому что это авторский канал. Если я буду ставить кому-то лайки и подписываться, тогда YouTube подумает то, что я зритель. Будет срезать очень много просмотров. Очень не хочется, чтобы он это делал с авторским каналом, у которого стримы. Стримы на очень интересные темы, на темы развития ваших прекрасных, замечательных каналов. В этом-то весь смысл. Дорогие друзья, зачитаю вам сейчас наш девиз нашего канала. Помните, что все мы обречены на успех, и лишь только время и грамотная стратегия наши в этом главные союзники. Друзья, помните об этом. Об этом помнит наш сегодняшний топовый блогер, великий топовый блогер Мармок. Он об этом помнит. Поэтому он топовый блогер. Я хочу вас замотивировать, чтобы вы тоже были топовыми блогерами. Чтобы вас тоже так же смотрели, как этого замечательного человека. Потому что вы ничуть не хуже этого человека. Ничуть не хуже. А может, где-то даже добрее. Сентиментальнее. Так вот, показывайте эту свою доброту и сентиментальность в ваших видео. А если Алена поет кавер, то пой его так, кавер, с чувствами. Что такое сентиментальность, что такое добро? Искренность должна быть. То есть, если у тебя срывается там голос, не надо его поправлять. Пой с сорванным голосом, но с чувством, с любовью, с сердцем, с огнем в душе. Господи,
Ты снимешь такой кавер один раз и станешь топовой буквально. А потом тебе это понравится. Ты будешь уже поймешь, как снимать свои видосы и какие темы выбирать. Да, понравившееся видео надо удалять. Все правильно. Молодец. Ты знаешь, сколько я удалял? Я не помню. Я удалял неделю целую понравившееся видео. Для того, чтобы потом YouTube все-таки понял, что я не зритель, а автор. Мне пришлось 2 недели удалять эти понравившиеся видео. А Владимиру, мы с Владимиром, когда начинали его канал оптимизировать, это было еще в декабре или даже в ноябре, в конце ноября. Вот мы начинали его каналы оптимизировать, и нам тоже надо было у Владимира удалять. А у него там, у меня было около 5000 понравившихся видео. Я просто, у меня палец отсох, вот и их удалять. У Владимира тоже там очень много было, он тоже устал. Причем YouTube их сразу не удаляет. Он, короче, через день, два, три, опять все это возвращается. Лидер Геймс, пока-пока, удачи, спокойной ночи, всего доброго. Доброго здравия тебе и твоим маме, и твоим близким. Просто автоматчик, я не понимаю, что ты хочешь. Ты хочешь, чтобы твой канал выстрелил? Тогда тебе надо оптимизацию делать. Тебе надо снимать видео другие. Тебе надо монтаж делать другой. Тебе надо взять узкую направленность. Узкую направленность твоего канала. А он у тебя как-то в разные разнонаправленный. Запомните, друзья, если канал на разные темы, то он 100% не будет топовым. Топовые каналы только на одну единственную тему. Топовыми становятся каналы только на одну единственную тему. Выберите эту тему, самую любимую для себя. И делайте видосы на эту тему. Тогда вы будете топовыми, точно, без оптимизации, без оформления, безо всего. Если вы выберете одну единственную тему и будете искренними в своих видосах, тогда вам не нужно ни оптимизацию делать, ничего не нужно делать, не раздавать свои видосы. Но имейте в виду то, что вы будете очень медленно расти. Но когда вы вырастете, потом очень быстро набирать начнете. Где-то после 1000 будете набирать очень быстро, если у вас не было взаимных подписок. Вот. Если вы не были зрителем на своем канале, а автором, то после 1000 вы просто лететь начнет ваш канал наверх. Если вы выберете узкую тему вашего канала. Минли, я все сделал. Замечательно. Чё ты все сделал? Где ссылки в соцсети? Где главная страница оформленная? Ничего ты вообще не сделал, не ври. 2 ВЗ, это же не утопит канал? Утопить не утопит, просмотры срежет с лайками. И половину комментариев, которые тебе пишут, в спам отправят. YouTube. Здравствуйте, Иванга. Хорошего стрима. Здравствуйте, Иванга.
Доброго здравия вам и хорошего стрима. Ошибка, не пиши здесь никакие ссылки. Нельзя писать ссылки в чате, он потом, чат пропадает. Давай-ка я тебя забаню, на в мут отправлю. Чтобы он понял, что я ничего не разрешаю ссылки сюда писать никакие. А то YouTube обидится и будет у нас стрим про Мармока без чата. А это совсем нехорошо. Кактус Майнкрафт Плюс пишет. Прикольно. Связь у нас сегодня просто великолепная. Реально сегодня связь у нас прекрасная. Ну что, дорогие мои друзья, это официал. Прекрасно. Я рад, Иванга, что ты официал. Молодец. Дорогие друзья, на этой замечательной и прекрасной ноте... Да-да-да, хорошо. Мы заканчиваем наш замечательный ламповый стрим. Всем спокойной ночи. Всем всего хорошего. Как-то для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарий. А лучше 5 под прошедшим стримом. И не забыть посмотреть стрим от начала до конца. Вчерашний. Только быстрее кактус мы не оценим. Мы оценим долго и качественно. Всем спокойной ночи. Всего доброго, всего хорошего. Завтра в 21:30 будет новый стрим, на котором мы с вами будем оценивать кактусов, Ивангу и всех остальных, кто напишет комментарии. Всем спокойной ночи, удачи, всего доброго, всего хорошего. Все, друзья, расходимся. Если кто спросит, то мы геологи. А сейчас я поставлю музыку. И поставлю заставку Мармока. Кончится. Стрим тоже закончится. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Помните, что все мы обречены на успех. И лишь только время и грамотная стратегия наши в этом главные союзники. Спокойной ночи. Пока-пока. Спасибо большое, Владимир, за помощь. Спасибо, Яна. Спасибо, Данил. Спасибо, Тэквондо Лидер. Спасибо всем, кто сегодня... Минли тоже. Спасибо всем, кто сегодня был на стриме. Всего доброго, всего хорошего. Спокойной ночи, сладких снов. Всех, кого не успели сегодня оценить, оценим завтра. Спокойной ночи, пока-пока.